Ты чё в фидике, блядь, сильный, что ли, такой топ-1, блядь? Злом. Так. Это будет... Как будто там вертолёт летает или кто-то... Ой. What the fuck, нет. Прям сильно. Печенька с первого босса, не пашем. Что там мы в DK 13800 или сколько поставим? Или он сейчас... Ну, не знаю, считаю, что зато, но пусть будет 13800, да. Ну, 13800 тогда. Ну, зато, ну, за это, да, я думал, ты загрулял. Давай. Какая разница? Два, не кидай, мен, три. Андрей, поднимай, пожалуйста, или бой. Кому отнимать? В DK 13800. Так, за вторую печеньку шнурки 13 тысяч. Раз. Подожди, подожди. 13. А первую кто выиграл? В DK. В DK 13900, а не 800. 13900, значит. Короче, на вторую печеньку шнурки 13 раз. 13, 2. 13, 3. Кидай нам же. Бля, вы еще не собрали себе пол, блядь, эти Т4? Да, или это уже на олдспек? Не, это на мейн. А много у кого еще печенек нет? Да у меня вообще ни одной печеньки нахуй нету, я потому что... Запы, епешим, по мейнов. Раз, мейсон 10 в начало. Раз, 10, 2, 10, 3, кидай обмен. Кинешь потом, значит, если улетел. Так, на мейн вроде никому не надо, но офспек за 10 тоже ИП надо кому-то. Раз, два, на расплыл, значит. Плащик, 10 ИП, мейн офф, без разницы. Сова не надо тебе? Ну, так, если честно. Ну, на два... первое время, если хуже, то... А, не, на первое время 226 с РБК очень хорош. Короче, ладно. Навара. Этот. Да, на офф тоже можно. На мейн вроде не надо. Раз, мейсон, два, мейсон, три. Кинешь фрагмента. Так, голова... Тоже main off. Мобой 10 раз. 10, 2, 10, 3. Финиш обмен. Надеюсь, там ЕП кто-то снимает. И кружка. Тоже десятка. Бетик. Ну. Ты хочешь Андрея на медведя себе? Она не работает еще на кота. Но она херово на кота работает вообще. Круто. Вот я за лапкой был. 10 бетик. Да, думаю, уступит хроно на кота. Вообще 2%, 1% урон. 10 раз, 10, 2. Кидай обмен, доп. Все. Пока что смотрите, кому нужен именно... Магик уже должны написать для того, как мы дойдем. Должны написать, кто на замене сидит. Сейчас тогда зайдешь, Марусечка. Сейчас зайдешь. А пока он тоже, кстати, по-любому в рейд пойдет. Будет танчить. Марусеч, у тебя 11 тысяч нету, можешь не заходить. А пока ловить не надо. Так, ты будешь танчить, а пока... Все, пошли бить стресс пока. Сумон всех... Да, не хватает, в том-то и дело. Были бы танки, я бы вообще без проблем. Всех за 11 тысяч догоняют, сразу расходу, блядь. Да, я сейчас дам минимум бой, я помню. Так Вакати бери, ему надо. Он и там. Вакати, я и так его возьму, и тебя еще возьму. Все, не выдерживай. Да хуя нас танков, у фолов трэш.
Женек, FDK, Вакати, три танка, идеально. Четыре танка надо, если что. Блядь, я там чуть-чуть не знаю, когда там, блядь, ни разу не знаю. Ты будешь за меня танчить, я это возьму. Ну все, потому что я не знаю, как танчить. Золоман-то я уже выучил. Все, сейчас разберемся. Короче, давай, побежали. Бить трэш. Так, мне в ДД пока спешить? В танке оставайся, трэш добьем. Ну, спекнешься перед боссом, я еще там перекидаю некоторые пузи, которые не нужны. Потому что нужны танки. О, вот один танк пришел, ладно, а пока, может, ты и не нужен будешь. Ну и заебись. Че ему обижаться? Вот Фэмку собирает, блин. Вот типа помогаю. Я все помогаю сюда. Ничего обижаться. А руля не дали убить. Ну, блядь, ну все равно не влез. Хуёво, надо рейд на 40 человек делать. Есть такой. Ну, туда будем ходить теперь. И там ПВП, правда, часто. Нормально. Так, кто в рейде находится, напоминаю, что даже если вы пришли, можете себе плюсовать. А может кто-то побегать, поправлять через? Сейчас разберемся, Мейсон. Сейчас разберемся. Надо вначале. Несколько человек не точно надо поменять будет. Это будет рудмейда и вакати взять. Там ты инспектор пишите? Ты... Славно, Синер по стреле, Кусяло по скибиде. Да, Женя, ты будешь в танке, сразу можешь прыгать в танка. Будет в танке у Фолок, Вакати, Рунмейт. Так, это три, и дядя Стэн будет. Бля, я тут поменял. Женя не управляю. А? Скажи, Фэнтом пусть спец пишет. Наёми, включи дух стаи, если не знаешь, что платить. Вон сейчас, включай, на трэш включи. Он вообще здесь? Здесь, да. Андрей, уфолог залей, Инер постреля. Маша тоже можешь. Он полностью в команде сел. Он сфера выводит. Они эфир кидают, он выводит сфера. Он не включил еще? Что ты горишь? Качина ты. Ебать, они умрут сегодня? Ну, пошел бы кто-то, короче, босса популил бы, когда я позвал, наверное, уже упали бы. Да.
Так, это все из тех, кто на замене, больше никому ничего с босса не надо. Смотрите сами. Еще раз напоминаю, сами должны сейчас смотреть. Выписать, как бы ранее. Да. Тогда дядя Мейсон на замену пойдет, и еще один человек на замену надо. Ну, давай, Жень. Тут единственный вард, ну ладно. Все, шнурки Мейсонов идти. Персонажа, чтобы ласка интикла. Женек в ДД, все, кто в ДД. Короче, в танке должен остаться дядя Стэн, Уфолок, Вакатер и Мэй. Третья патча будет на кубах. Бля, дайте мне звание, я ИП не вижу ни свое, ни чужое. Дядя Стэн говорит. Что значит не видишь? Не, в прямом смысле. Меня Уфолок, блядь, закинул в мод хуй знает почему. Если я мискликнул по этому, надо, по макросу, блядь, ну что? Я слышу. Ты не слышишь, нет? Слышу. Я тебе написал. Что ты мне написал? Это твои проблемы? А что, мне, может, блядь, кроме Варика ни в какую другую игру играть нельзя? Понять не могу. Господи, Зильдию, понимаешь или нет? Я же тебе объяснил, можешь я мискликнул, бля, я что, кого-то набирал? Что? Бля, да все хуйню не неси, хорошо? Давай на мировой разойдемся. Так, все, тихо. Погнали. Бред, блядь, какой. На мировой, бред, блядь, нихуя. Ставьте шкаф. Не, если ты поговорить хочешь, давай после РТ пообщаемся с тобой. Будем все выебывать. Погнали бить уже. Ставьте шкаф и полетели. Сразу так агрессивно воспринимаете что-то. Спокойнее. Ставьте шкаф Войда, Эмобоя, Авокати, Рунмейда, Наемингсом. Первый, короче, будет танчить у нас Уфолок. Меню Уфолок. Рунмейд. Ты будешь Пасха первый танчить. После тебя будет Уфолок, третий Авокати. На боссе. То есть ты, Пашка, после Авокати выбираешь. Наеми и Войда за смонти. Теперь по сбитию коста. Рунмейт сбивает звездочки. RDK трусам. Печеньки сбивает X-Freak. Мистер Бонд Луне. И Женек Рамбо. Косты. Фласки у кого? Ой, ДДшные, я уже не помню у кого. Там Войд, по-моему, ДДшные фласки и... Сопроты у Уфолога. Чё, напоминаю... По-моему, здесь все были, но если кто-то не, трэш, кто-то не был. Трэш танчит дядя Стэн. На пол в него. Самый опасный это левый портал и центральный. Левый портал я на декурсе. Не, давай числа у нас на декурсе, он меньше будет бить. На третьем портале. На левом портале он будет тупо на декурсе. Босса даже не бьет. И там важно будет сбивать косты мобом и напуливать их. Сбивать косты, напуливать, если активируется левый портал. Если активируется центральный портал, дал помощника, Дикею, Войду, Хологу. Ну, там грипается моб, ставится на него череп, заливается череп. СС. Там залили уже кто-то на кого. Так. Джанет на Уфолога давай, тогда ему бой на Рунмейда и Бексиона на Вакате. Первый танчит Рунмейт, второй Уфолок, третий Вакати. Босса. Также босс будет кастовать печать Максеридона, когда у вас заканчивается каст печати Максеридона, вы должны будете стопнуть каст. Иначе у вас летит 50% от батной маны и столько же урона. Зажгет, точнее, 50% от маны и несет столько же урона. Активируется левый портал. Полипал, ты тупо фиряешь моба, который...
которого загрипали, который под боссом должен быть, пока Дейл его фирять, вообще не останавливался. Только Дейл его фиряешь, и мы заливаем. Стопнешь фир, мы можем умереть. И когда активируется самый дальний правый портал, первый застанет дядя Стэн, второй застанет Вакати, третий Хау. Это у нас нету меликрита, Санечка. Пизда. Что? Меликрита нет. Чего нету? У нас Мишка есть, как-то. Бахаю. Сбивайте косты исцеления тьмой. Главное. Так, Джанг уже сдох, мы его, наверное, если не успеем, чтобы БР в КД уходил. Давай числа у нас БР по Джангу. Смотрите, не умирайте больше, следите за Агром. Вставай, Джанг. Рибафните Джанг. За Агром следите. Также напоминаю, мобы всегда в приоритете. При активации левого портала первому мобу сбивает каст дядя Стэн, второму мистер Бонд, третьему FDK, четвертому... Давай все, кто смог. Давай, не все. Батик, ты позбиваешь четвертому, который последний выйдет. Запоминаешь, кого избивает? Играйте точно по мобам, еще все мобы живы. Чаротворцев главное убить. Чеславность Кусяо и Инер по стреле. Маша по халу и Уфолок тоже по халу. Стрей? Чика 2 осталось. Андрей, Паша, мои тиди готов всего видеть босса. Я не расслышал, кому сейчас выпитывает. Есть на уфологе, есть на рунмейде. Третий комнат. Значит, Вакати. Геру дали? На пулы в рунмейда пока. Мобов заберите дексионы. Дексионы. Можете зафилять, да. И игнорируйте их, бейте тупо босса. В огне не стойте. Часть Максиридона, стопайте касты на двух секундах. Заберите босса. Андрей, вы завис, что ли? Холок тут? Наверное, завис. После вакансии или нет, нахуй? Нет, ты вторым должен был. Сейчас будешь после вакансии тогда. Ребафните рунмейда. Он устать? Да, вставай. Рибав бета-тестил. Ну, если я не ошибаюсь, сейчас рунмейт должен танчить. О, или забагалось. Ну, да, должен рунмейт после повода. Приготовились, нажали кубы. Опустили. Паша, ты сейчас после уфолога танчишь в мейт, который... Гриппайте моба, фиряйте его под боссом, который играете по мобу. Все. Почему-то два моба под боссом моба. Массейф, нажмите дистен. Двух не гриппайте, будет FDK гриппать, когда он гриппнет, скажет следующий гриппнет. Нет, я сделал, у меня гриппает. Кусяло БР, мистер Бонда, еще одного гриппайте. Алло, Паша, блин, что с тобой не так? Че ты не забираешь уфовами? У меня не таунтит. Тут он ни при чем. Падайся. Я два таунта въебал.
Зайдите в Узу. Подведите до стенд рейд этих бичей, не хилять. Ну, я, короче, использовал масс таун, потом таун, потом еще один таун, только забрал босса. Встали, побежали. Да. Имя Андрей, себе минус ХП, минус ульта. Не летал. Босс. Ну, у тебя три промаха пишет. Рыком. Символ стоит, Андрюх? Да. Все то же самое. Джанг, беги, мейт полинор забегайте. Еще раз, кто как танчит. Первый редмейт, второй пуфолог, третий вакать. Полночь на пол и готовы забегаем. И бендихал. По костам то же самое. Дричь за огром своим. Чтоб не отдавали БРы просто так. Лучше не задумайся, урона хватает. Выпустите бомжей и ДКшники, все вообще не все нет. Старайтесь не через АУЕ, а лучше через чертотворцев играть, через 50 секунд. Активация босса. Осталось в городе. Паша, иди, готовься ловить босса. Последнего чертворца добейте точно. Давайте, Геру.
Кстати, возле кубов тоже не стоять, чтобы там лужи не разбивать вначале. Ой, если есть поездку, можешь закинуть. Когда следующий танк заберет, будут кубы, приготовьтесь скоро. Уже будет. Приготовили скоро кубы будут. Бесы, стоим, танчим босса в центре, прожали кубы. Что там? Все, отпустили. Мне за босса было плохо видно, один куб. Смотрите, бесов не сорвите, ждем, пока все бесы выйдут. Потом боссов бесов заводим. Так, тщеславность, Кусяу, Инер по стреле. Маша по хау. Один моб сорвался в этого в рейд. Все, пошли бить мобов, бьем через АУЕ их. Никто их не станет. Первый даст мастан для Дестен. Второй даст хау. Тщеславность, дай БР под Эксионе. Ну только говорите там, когда стан. Я ведь кей полнотишь, когда стан, ну просто похуй. Все, босса в центр вывели. Рибафните до Ксиона. Баф. Центральный портал босса в центр. Кубы нажали. Кубы нажали. Да. Все, отпустили. Грипнули под босса. Алло, где Мосфир? Кусяво БР по FDK'ю. Маша по мистеру Бонду. Следующего моба грипайте. На Йоми нажми гим на хп. Потом сразу же на ману. Перебор. Отбежники, чего вы с той стороны стоите? Отбегите вы с той стороны. Либо. Еще раз хочу. Конечно. Печать хватит взрывать. Войд, закастуй гимн на ману. Вспышка, приготовились. Добейте последнего. Прожали. Пустили. Добили последнего моба. Дайте ребаф по ДК, пожалуйста. Фул ребаф по ДК, по Роге. Играем пока по боссу. Ждем, пока выйдут все бесы. Идем бить бесов через ОЕ. Поночишь людей, когда там. Чесоночка, ты Катя Сейнер по стреле зальешь. Кусяло по... Кулак по роге. По хаву и Маша по себе зальешь. Один бес в рейде. И босс с бесом. Чего там не танчишь? Меня бес убил. Заберите беса, один бегает в рейде, там под боссом прям. Ну, не подаем, я же. Череп на него поставлю. Он сейчас поубивает не только меня. Кто-нибудь нужно, чтобы звездочку прожал? Я нажму. Один. Кусяло. Хорошо. Андрей, дашь мне БР попало, как смотрит. Стражи. Нажали. Отпустили.
гитарист, ребят, вполне. Да, да. Отбегите. Гитаристов по одному заливаем. Метку дайте. Следующего. Так, скоро вторая фаза, босса драть не уешьте. Все. Дайте кулак по АДК. Битый кулак. Вспышка скоро, прожмите. Отпустили. Добейте гитариста. Я гриб подумал. Нажми массейв, дядя Дестен. Босса отведите от гитариста. То 4 гитариста с боссом живым, это пизда. Дядя Стэна прохилите. Блять, вторая фаза, убежали все в звездочку, быстрее. Сейчас будем перед матсейвом вначале гитаристов, потом босса. И Гера их есть. Доигрываем по гитаристам. Поставил череп. По черепу играйте. В луже не стойте. Нажми массейв. Хал. На Йоми гим... Войд гимна хп, нажми на Йоми кида. Геру можно тоже дать. Так, Чеслав на Синер по стреле залей. Нажми массейв, рунмейт, Паша. Последний гитарист. Вы не зайдите. Да. Играйте по боссу. Машка Винер может по себе залить. Андрею Фолок, когда не будешь танчить, по скиле дизельер. Сначала следующий инер как откатится, в стрелю заливаю. Кстати, старайтесь не взрывать, ему так тяжело пилить. Отдавайте сейвы сейчас по КД. У кого есть массейв, отдавайте, и по КД отдавайте. А, у Сяо по скибиде отдал, если чё вдруг. Меня написано 15 секунд у него куда. Еще 11. То есть он пострелил. Дальше забьет. Если откатилось, у меня просто уже на меня Геру давали. Дайте еще Геру, да, одну. Где откатилось. Так, на Йоме, если откатился гимн на ману, отдай гимн на ману. Сейчас у тебя КД инер или нет? Если не КД, по Маше залей. Да, давай. Да.
таргет забагался, да? Или уфолога бьет, по-моему, да? Уфолога. Славность, как откатится, инар по лону залей. Полностью без маны. Тоже, если есть гимна ману, залей. На Йоми. В Акате? Или кто там? В Акате? Рунмейт сейчас станет. Ну, он с дебафом. Дядя Стэн, будешь... Блядь. Пиздец, ебать. FDK, прыгай во фростойку, будешь на фул рендже, как в локате будет кастоваться сокрушающий удар, нажмешь этот таунт и прожмешься. И убегай от него, только в лужу не забегай. Ну что, дядя Стэн заберет? Дядя Стэн, ты соберешь FDK сейчас босса, когда в него будет кастоваться сокрушающий в FDK. Хорошо. Дальше в Акате. То же самое в FDK сделай. Через зубы только. Дальше. Числовность, как откатится БР, БР уфолога. Иннер... Блядь, дядя Стэн, сожалею. Отдавай БР по уфологу. Уфолога поднимите. Так, следующий звенек. Когда я скажу... Бля... В Акате СС должен быть. Медведя оверхилим. Его выкинуло. Войт, у тебя зубы будут? Чипануть? Сейчас зубы дам, а дальше как хочешь прожимайся. Сейчас зубы даю. Закиньте... Иннер по стреле, залейте. Так, звенек. Каплю. Следующий сокрушающий удар по уфологу, подожди. Нажмешь таунт. Как только будет кастоваться сокрушающий удар, сразу таунт во второй стойке нужно. И убегай от босса. Прямо кашмин уже нажил. Кусяло, значит ты убегай, если на тебя загрелся. Не стой на месте. Все, да? Дожми. Убегай, не стой на месте. ЛП с нему закидывай по пути. Не беги. Все, молодец. Супер. Молодцы. Вон, что они упали. Поставлю порт до лана. Здорово. Прочитал? Что прочитал? Я банки в ГБ закинул. А, спасибо, Петь. Так что рисуй. Да, смысл в сорте уже идет. Так какая разница? Ты с... Вопрос встречный, типа, у всех, блядь, танков забагался там, или чё, почему я 3 раза танчил, почему Румей 2 раза танчил, блядь, на 2 стака, типа. Подовокачил. Это багнулось? Или проёбы, типа? Либо проёбы, либо вакати выкинул, его точно в конце выкинул. Может, у меня первый трай, я не мог 3 раза затаунтить босса. Вот там, ну, босс, там промахи. Я видел, когда он один остался. Ну да, там какая-то непонятная херня. Ну, не знаю, как здесь правильно поступить. У Рунмейда 3 хватки смерти в промах, блядь. А вот темная власть у меня не пишет. Ну, Рык, у тебя 3 промаха было на том трае. На мишке. Значит, это какой-то баг. Или просто не стаунтил с тебя. Рунмейд должен был стаунтить. Я смотрю, бьет тебя, ты с дебафом, Рунмейд стоит. Либо у него хватка смерти была промах. Темная власть, не знаю, то надо смотреть, у кого пишет аддон. Ладно, давай побыстрее закончим рейд. Япошка, печенька, 8к, мистер Бон, дядя Стэн 11. Не, я к чему? Я к тому, что, типа, либо минусуем им 7, типа, так же, типа, либо возвращаем нет. Вот и все. Ну, я же тебе... Ты можешь себе не минус 500 там отнять, а минус 300. Ты просто... Не, я... По факту я вайпнул рейд, типа. Типа, я не говорю, что либо 500 снимал. Типа. Я не про это, я про то, что тебе же минус не за то, что ты там... Тебя миссанули эти таунты, а за то, что ты третьим таунтил. Ты должен был 2-м, а ты таунтил 3-м. На 1-м трае. X-Freak 13 тысяч за печеньку. 1. 2. Кто-то ставит больше? 3.
Все, кидай Эрмианус. Дальше. Руки. Раз, два, мейнов. Раз, два, эльдикей, раз. Короче, мало тебе, да? Минус ИФ, я так понял. Посох. Тоже десятка. Наоми. Хан, который. 10 раз, 10, 2, 10, 3. И журавлик. Хороший. Да, можно. Сейчас разберемся. Кусяо 100. Дексиона 250. 500 кусяо.